Доброе утро, дорогие телезрители. Начинаем новый день в приятной компании. Режиссер Иван Орлов сегодня гость нашего эфира. Иван, доброе утро. Доброе утро. 27 марта во всем мире будут отмечать День театра, профессиональный праздник деятелей театрального искусства и прекрасный повод для встречи со зрителями. И, как правило, встречи эти полны сюрпризов, не так ли, Иван? Ух, полны сюрпризов. Театр «Глобус» подготовил сразу несколько программ. Я читала, что обещают прогулки по закулисью, интеллектуальные игры и даже возможность выйти на сцену. А давайте обо всем по порядку. Да, у нас очень насыщенный день. День поделен на четыре части, четыре такие самостоятельных блока. Uh-huh. Значит, первое называется «Кто там?», первое действие. Это такая прогулка по разным локациям внутри нашего театра, где в каждой из этих локаций зритель будет знакомиться с уникальной профессией, которая есть в театре. И все эти профессии разные. Это пять профессий, пять мастер-классов. Помимо профессии артиста, которая будет представлена в одном из мастер-классов, есть еще ряд других фантастических, интересных профессий внутри театра. И одна из этих профессий – это художник по свету, где зритель сможет сам на большой сцене по-настоящему понять, как строится атмосфера из света с помощью оборудования театрального. Потом художник, декоратор и художник по костюмам. Это оформление, художественное оформление спектакля. Мы будем рассматривать макеты. Ну, то есть это тоже такой отдельный мастер-класс, отдельный мир. Значит, композитор спектакля. Это профессия, которая занимается звуком, вообще созданием всей музыкальной партитуры в спектакле. И пятый мастер-класс – это художник по гриму. Значит, где артисты смогут понять, как наши зрители вместе с артистами смогут понять, как перевоплотиться в разные, как артисты могут перевоплощаться в разные персонажи. Угу. Иван, а мы самое главное это не сказали. 27-го будет во всем мире отмечаться День театра, а в «Глобусе» вы чуть-чуть заранее, да, начинаете, 26-е? Да, мы начинаем 26-го, воскресенье. Это связано в большей степени, наверное, что есть традиция понедельника в театре как выходного дня. И чтобы подарить этот день и артистам, чтобы они тоже День театра смогли отметить как праздник и отдохнуть в этот день. 26-го мы начнем первыми отмечать этот праздник. Угу. Про первую часть сказали, это мастер-классы. А вторая? Вторая часть называется «Четыре комнаты». Это четыре пространства внутри театра, в каждой из которых мы приглашаем зрителя. Угу. В каждом из этих пространств происходит совершенно самодостаточное отдельное действие. В первом пространстве Лаврентий Сорокин готовит программу современной поэзии. То есть он вместе со зрителями в таком очень таком интимном камерном кружке будет делиться своими впечатлениями о современной и не только современной поэзии. А во второй комнате Ирина Камынина, наша артистка театра, будет проводить застольный период пьесы «Чайка». Как артистка она будет знакомить зрителя с работой артиста над пьесой. Это тоже очень интересный мастер-класс. Интересно. Да. Третья комната – это Роман Столлер, наш композитор, мультиинструменталист совершенный, будет проводить мастер-класс по импровизации. Mm-hmm. Вместе со зрителями каждый почувствует себя музыкантом, который создает фактуру спектакля в театре. И четвертое пространство, такое, более, можно сказать, тинейджерское, потому что это «Квартирник» в исполнении Алексея Корнева, Александра Липовского, Нияза Спамбаева, возможно, еще какая-то группа людей к ним добавится. И это такой, знаете, вот, ну, как «Квартирник», то есть домашний концерт. Такой «Квартирник» — это очень уютное, с чаем, с сушками, какое-то вот такое прослушивание семейной музыки, угу, которую будут исполнять лишь артисты. А интеллектуальная игра, тема вопросов, я так понимаю, театр? Безусловно. И эти вопросы, ну, они как-то тоже должны расширить понимание театра, как вот совершенно самодостаточного мира, где помимо творческого пространства, которое нам больше всего, наверное, интересует зрителей и нас, театр — это огромный такой мир, в котором большое количество разных профессий. И этот квиз будет
полное, попытка охватить полное, необъятное понятие театра. Вы будете участвовать в этой викторине? Я буду на ней присутствовать, безусловно. В команде знатоков, наверное. Я не знаток, я буду тоже познавать, да. Да, конечно, безусловно, мне это очень интересно. И четвертая у нас еще часть есть. Это выход зрителей на сцену. Предусмотрен ли кастинг для участников? Предусмотрен. Участники отправляли десятки заявок. Мы сами были немножечко удивлены, потому что мы просмотрели больше 60 человек, которые отправляли нам видеообращение. Школьники, взрослый, возраст какой? Удивительно, что школьники были, безусловно, но это там 10% заявок. То есть там около 50 взрослых людей, совершенно самодостаточных в жизни. Захотели творчества. Захотели выйти на нашу сцену и вместе с артистами окунуться в это театральное действие. И мы отобрали, получается, 14 ярчайших. Невозможно сказать, что это 14 самых талантливых, потому что талантливые были по-настоящему все. Это очень интересно. Кастинг-то сложный, потому что артисты, зрители отправляли свои видеозаявки, где были танцы, стихи, прозы, монологи. То есть это был просто огромный творческий конкурс. И вот эти 14 смельчаков, которые победили всех, будут принимать участие в этом действии. А действие это такое, можно назвать это таким театральным торжественным капустником, в котором мы будем проходить через разные эпохи театра, через разные жанры театра, разыгрывать в очень короткое время классические сюжеты, где главными героями будут являться зрители. То есть классический сюжет, например, «Царя Эдипа», античная трагедия, где зритель уже учит монологии царя Эдипа. Серьезный материал взяли. Серьезный, но, знаете, наша задача все равно сделать из этого такой легкий капустник, так или иначе. И мы пытаемся эмоциональное зерно пьесы какое-то передать, жанр передать, мы играем в жанр. Но прежде всего это, конечно, праздник, день театра. Спасибо вам большое, на самом деле очень все заманчиво и интересно. Я вас и ваших коллег, и артистов, и тех, кто трудится за кулисами, заранее поздравляю с профессиональным праздником. Желаю вам творческих успехов и всегда вдохновения. Огромное спасибо. Спасибо вам большое. Дорогие телезрители, оставайтесь на УТС. Впереди много интересного.